В октябре дело о торговом доме получило продолжение. В него вмешались эксперты палаты предпринимателей Актюбинской области. Они тщательно изучили все обстоятельства и решились выступить гарантом бизнесменов, сохранив тем самым рабочие места. Торговый дом продолжает работать. Как рассказали в палате, большинство нарушений, на которые указывали сотрудники ДЧС, уже устранены. Сегодня же остановлены и переделаны вращающиеся двери, которые, по словам пожарных, запрещены в подобного рода заведениях. Оставшиеся недочеты будут исправляться по ходу работы. Палата предпринимателей в рамках заключенных меморандумов о взаимном сотрудничестве с государственными органами контроля и надзора достигнута договоренность и принято решение не приостанавливать деятельность данного торгового центра. В настоящее время проводится процедура согласования устраненных нарушений с органами чрезвычайных ситуаций области.